Особная стрелковая рота территориальных войск Городского района приняла присягу у агроградку Леніна. Она целиком сформирована из местных жихаров, военнослужащих запасу разного возраста. Для принятия присяги обрали историчную мястину. У 1943 году под Леніна отбылась легендарная битва польских дивизий с фашистами. Клянусь с годностью выполнять войсковый обязан, мужно и самоотдано оборонять незалежность. До командно-штабных учений притягнули больше за 100 человек. Сярод их тех, кто проходил службу и у советской армии, и кто служил во Узброенных силах Республики Беларусь. Военнослужащие, которые не принимали присягу на верность Республике Беларусь, принесли ее под час урочистого построения. Когда последний раз в руках автомат держали? Вот, это же было очень давно, в 88 году, когда служил в советской армии. Псковской области. Условия здесь нормальные. Будем проходить. Вот присягу приняли. Наступит учебное действие. На это прежде всего учение. Опять же, повторение своих, может быть, уже немножко давних знаний, но все равно с первым построением строй это как-нибудь уже начинает приходить в себя и немножко вспоминается. Все-таки сержантский состав – это тоже какая-то элита, часть какого-то подразделения. На сборы партизаны, именно так называют резервистов, пришли по повестках. Тенденция становчая, как поведомили у военном комиссариате Могилевской области, с тех, кого призвали, ниводно не отмовился. Да, понятно, что за те годы, когда они занимались мирным трудом, работали на предприятиях, в агропромышленном комплексе, какие-то навыки военные были подутеряны. Но я более чем уверен, что вот за тот период боевого слаживания, когда происходит именно восполнение и тех навыков, которые были приобретены раньше, это подразделение вполне боеготово, и вы будете выполнять те задачи, и готовы выполнить те задачи, которые будут перед ними поставлены. Приятно очень смотреть такой возмужавший, подтянутый. Ну, вообще такая вот церемония празднично, красиво. Хорошо, что вот родители могут присутствовать, смотреть. Мы мужа проводили и папу. Родину защитить. Долг отдать родине. Гордишься братом? Конечно. А почему гордишься? Ну, вырос такой красивый стал. Нести службу военные будут до 22 вересня. Особная стрелковая рота будет выполнять задачи территориальной обороны и узмацнения оховы участков державной мяжи. Марина Соловьева, Миколай Соболев, Новини регионов.